Как сохранить самое дорогое? Сотрудники госавтоинспекции вышли на дороги Щелково, чтобы еще раз напомнить о важном. В рамках социального раунда «Маленький пассажир. Большая ответственность» сотрудники госавтоинспекции МУМВД России Щелковска совместно с 5-м батальоном 2-го полка ДПС «Южный» провели акцию «Жизнь ребенку сбереги, в автокресле пристегни». Чтобы привлечь внимание к соблюдению правил перевозки юных пассажиров и снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма, стражи правопорядка вручили тематические памятки 39 водителям, напомнили им о необходимости использования ремней безопасности и удерживающих устройств, а также дали рекомендации, как подобрать подходящее. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям правильно подходить к выбору детских удерживающих устройств в зависимости от физических данных ребенка. Нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 3000 рублей. Дети – это самое ценное в нашей жизни.